Во вторник 26 марта в баскетбольном центре «Химки» прошел матч между командами ЦСП «Химки» и чебоксарскими «Ястребами». По его итогам должен был определиться полуфиналист баскетбольной высшей лиги. В первой игре неделю назад в Чебоксарах химчане уступили сопернику с разницей в 10 очков. Поэтому в этот раз нашим баскетболистам требовалось не только победить, но и отыграть разницу мячей. Химчане выступают в оранжево-синей форме. Они вели в счете первую половину матча 50-44. Затем преимущество увеличили и добились необходимой разницы. За 7 минут до окончания матча подмосковная команда уже опережала гостей на 11 очков. Однако удача оказалась на стороне ястребов. Команда из Чебоксар прибавила активности и сократила отрыв. И хотя ястребы проиграли химчанам со счетом 78-84, они все равно вышли в полуфинал благодаря более результативной победе в первой встрече. Команда достаточно агрессивная, я бы сказал. Но игроки все-таки здесь достаточно талантливые и дорога открытая и большой баскетбол. Также в рамках встречи прошло награждение лучших баскетболистов. По итогам регулярного чемпионата игрок чебоксарских «Ястребов» Евгений Новоселов попал в пятерку лучших спортсменов турнира. На выезде всегда тяжелее играть. Это однозначно. Химки – молодая команда, очень хороший соперник для нас. То есть нам было тяжело, они сегодня навязывали нам свою игру очень быстро. То есть, ну, мы благо выстояли, справились, хороший задел, дали 10 очков плюсом у себя дома. Команда сплотилась, поэтому результат на табло. Команда «Химки» заняла третье место по итогам регулярного сезона чемпионата высшей лиги. И это хороший результат. Ведь подмосковная команда образована в августе 2023 года. Всего за 2 месяца до старта чемпионата. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости «Химки ТВ».